Друзья, я приветствую всех на моем канале. Сегодня хочу сделать новый ритуал, который называется «Чистка цыганской магии». Цыганская магия – это целое направление в магии. Цыгане обладают способностями. Не все, конечно. Очень многие обладают способностями магическими, и вообще сильной энергетикой, и обладают способностями врожденными, к гаданию и так далее. Поэтому вы мне рассказывайте разные истории – на консультациях. На консультацию ко мне можно записаться. WhatsApp, Viber, Telegram. Пишите только SMS. Друзья, не звоните мне, пожалуйста. Я отвечаю всем. Все ваши вопросы мы решаем с вами на консультации. Все мои консультации платные. Моя индивидуальная работа с вами тоже платная. Чистки и так далее я провожу. Индивидуально тоже. Здесь на канале у меня... Вы смотрите все мои ритуалы бесплатные, пожалуйста, пользуйтесь. Высшие силы вам дают помощь через меня, но все ритуалы работают благодаря мне, благодаря моим наработкам, друзья. Я хочу, чтобы вы это понимали. Вы можете напрямую связаться с высшими силами и брать вам все, что вам нужно. Но высшие силы меня учили много лет, я практике работаю более 20 лет, друзья. Поэтому все мои ритуалы работают благодаря моим умениям и моим усилиям и моему желанию вам помочь. Я хочу, чтобы вы это понимали. Смотрите ритуалы, пользуйтесь. Я помогаю пострадавшим, друзья. Я всегда вам что-то рассказываю. Сегодня долго не буду рассказывать. Смотрите, чиститесь, очищайтесь. Во всех моих ритуалах обратка идет автоматически. Я не называю ничьи имена. Высшие силы и энергетика работают так, что обратка идет автоматически. Я хочу вас просто предупредить. Или вы, если вы сами что-то уже пробовали и у вас как-то не так пошло, то вы тоже можете получать разный негатив от ваших неумений. Это относится к тем, кто гадал уже, читал какие-то заговоры, призывал какие-то силы, друзья. Потому что многие из вас меня смотрят, вы уже что-то пробовали, сами делали, да? Или уже ходили к каким-то мастерам. Так, вы просто смотрите. Чистим цыганскую магию. Древнюю, свежую, застарелую, какая у вас есть, или вы соприкасаетесь с людьми, которые фонят на вас. Я всегда вам об этом говорю, или периодически об этом говорю, что вы можете соприкасаться с людьми, которые обладают способностями и энергетикой тяжелой, и сильной и тяжелой энергетикой, они фонят на вас, друзья. Поэтому очень часто у вас проблемы. Это не значит, что вокруг все враги. Нет. Но просто обращайте внимание. Так, чистим цыганскую магию. Даже кому-то кто-то что-то пожелал или какие-то деньги вы кому-то дали, да? Есть люди, после которых просто останавливается, прекращается зарабатывание денег. Вот кому-то дали или кто-то у вас попросил, и после них не идут деньги. После меня деньги идут, друзья, поэтому я вам помогаю. Это уже проверено годами. Поэтому я беру вас за руку и вытягиваю из тяжелых ситуаций. Кто-то глазливый меня смотрит, просто глазит, глазливые. Тяжелые темные глаза, взгляд тяжелый, даже не темные, не все темные глаза тяжелые. Чистим цыганскую магию. Тяжелый взгляд. Кто-то в спину вам смотрел, что-то говорил на эту тему. У меня есть другие ритуалы, когда вам шепчут в спину, делают на затылок. Смотрите, у меня на канале разные другие ритуалы, как вспомогательные средства. Все мои ритуалы – это помощь.
чистим цыганскую магию, разную. А у кого-то смесь с цыганской кровью, уже как бы не цыгане вы или ваши родственники, но смесь у вас все равно есть, и есть способности смешения крови, и способности у вас есть, друзья. Или люди вам вредили, те, которые имеют способности, тоже которые смешанные какие-то. Смешение крови. Все, сейчас пробьем, очистим это, то, что заблокировано. Можете лежа, сидя, зевая, дремая, усыпая во время моих ритуалов, можете смотреть, слушать без звука, как хотите. Все мои ритуалы работают, потому что работает энергетика. Энергия работает во всех моих ритуалах. Очищаемся, очистим цыганскую магию в разных интерпретациях.
Энергетика меняется, да, друзья? Вы чувствуете, как будто бы ноги развязываются или тяжесть уходит, руки, пальцы, вы чувствуете, иголочками колят, волны какие-то бегают, ходят по вам. Это энергия, это меняется частоты, голова просветляется или легче становится, или боли уходят, ощущения. То есть самочувствие улучшается, потому что вы же все равно единое целое. Ваш организм, когда вам делают гадости, порчи, вы плохо себя чувствуете, это самый первый признак, усталость, или что-то болит, или вы себя так плохо чувствуете. Это все, это значит, что уже есть негатив. Сейчас мы чистим ваш негатив, чистим цыганскую магию. Как ваши ощущения? Я смотрю, полегчало, да? Даже в глазах смотреть легче, лоб легче, да? Ушла тяжесть. Ну, после моих ритуалов я всегда говорю, обращайте внимание, кто вам звонит, кто ни с того ни с сего появляется у вас, встречается вам, людей, с которыми вы давно не общались, или о ком-то вам будут рассказывать, но вы не выдавайте себя, но просто обращайте на это внимание, потому что кто-то написал в комментариях, что после моего ритуала быстро кто-то уже им звонил и просил помощи. Друзья, я не отвечаю в комментариях на ваши вопросы. Все в комментариях вы можете писать только благодарности и только ваши ощущения во время просмотра моих ритуалов, друзья, потому что вопросы, у меня нет времени отвечать на вопросы в комментариях. Все вопросы вы задаете на консультациях. Но если после моих чисток выходят какие-то, просят помощи, конечно, вы же очистились, просят помощи, да? Значит, хотят вернуть то, что вам сделали, друзья. Это вам просто знак, чтобы вы понимали, вы очистились от чего-то. И тут быстро кто-то приходит к вам просить помощи. Почему? Потому что темные силы. Это не значит, что этот человек вам вредил постоянно. Нет. Это значит, что это вам знак, что то, что вы снимали у меня на канале, пытается к вам вернуться негатив. Поэтому вот это тот знак, которые вы получили после чистки, правильно? Я хочу, чтобы вы понимали правильно все вот эти знаки. Я вам всегда что-то понемножку рассказываю. После цыганской порчи обязательно сделать откуп, друзья. Даже если вы будете 10-15 ритуалов смотреть, кроме цыганской порчи, да? Цыганской магии. Сделайте один за все просмотры откуп. Пойдите и сделайте. Хорошо? Не надо после всех моих ритуалов делать каждый день откупы. Делаем откупы периодически. Но есть очень сложные чистки у меня на канале. Когда вы смотрите, ну сделайте откуп. Ну, раз в 5 дней, раз в неделю, раз в 10 дней.
срочно вы очистились, вам что-то нужно открыть. Делайте откупы, я всегда рекомендую. Друзья, вашу жизнь проживаете вы. Все мои ритуалы – это вспомогательные средства. Высшие силы вам помогают через меня. Жду вас на моем канале. Благодарю вас всех за все. До встречи, друзья.